It's not Hollywood. They are Russians. Welcome back to my channel, guys. It's your boy Clinton White again, as you guys already know. Today, guys, I'll be checking out this particular video that I saw online. Quite trending a little, so I decided to check it out today without wasting much time, guys. Let's get into the video. Let's see what it's about. Александр Прокоренко, который вызвал огонь на себя. Александр. Это Магомед Мурбагандов. Несломленный, запомнившийся своим призывом «Работайте, братья!» Он говорит это, когда у его виска ствол пистолета, который сейчас через секунду выстрелит и убьет его. «Работайте, братья!» И этот призыв услышали. Посмотрите, это военные со словами на портретах Магомеда «Работаем, брат!» Это Виталий Чуркин, который всерьез практически до смерти отстаивал интересы своей страны. Памятник ему стоит со словами «Спасибо за русское нет». Это посол Андрей Карлов, убитый в Турции. А цивилизованный мир дает премию фотографу, который сумел запечатлеть это убийство. Это псковский десант в Чечне, когда горстка наших ребят удерживались в бою с сотнями боевиков. Сотнями. Это не компьютерная графика, это не Голливуд. Это реальное существование между жизнью и смертью. Когда выбирается смерть вместо... Guys, soldiers are real defenders of the fatherland, guys. Count what they do on the field is not easy, guys. Really, really not easy. Some of them lay down their life for the country. Some of them lose their family and stuff like that. It's really, really sad, guys. It's really, really, really sad. Того, чтобы сдаться. Это русский летчик Роман Филиппов, который был сбит, катапультировался, отбивался до последнего патрона. А когда боевики его окружили, он себя взорвал, крикнув: «Это вам за пацанов». Это российский спецназ. Почти все бойцы были ранены. Оставшийся невредимым единственный Денис Портнягин оборонялся до последнего. А когда понял, что боевики подступают и нет шансов, обвязал всех раненых товарищей гранатами и готов был подорвать и себя, и остальных, чтобы не попасть в плен и не сдать позицию. He had to blow up himself instead of rather than surrendering. That is amazing, guys. It means he's ready to die for his country, ready to fight so hard for his country, to fight for what he believes in. That's touching, guys. Really, really touching. Слава Богу, подошло подкрепление, и все остались живы. Вот что говорит сирийский офицер Абу Ашраф. Мое сердце замерло, когда я увидел российских военных, каждый из которых сжимал в руке гранату и готов был взорвать себя, но не пропустить боевиков к этому пункту. Они все настоящие мужики, храбрые, как львы. Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует. У нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом. Таких людей... Таких офицеров у них не будет никогда. This is a real tribute, guys, to the defenders of the fatherland. Soldiers in the war field, soldiers fighting and protecting their country, soldiers dying for their country, dying for what they be defending the country. Guys, it's not easy, isn't it? It is not easy, guys. It's really, really not easy. Oh, amazing, guys. This is really, really, really amazing. Soldiers dying for their country. Wow, guys, just wow. Let me know what you guys think about the video. Let me know what you guys think about the army, the military,
And also, if you're in the military, what do you think about this video? What do you think about other militaries around the world, the people in it, and their duties and all that? And I'll see you guys in the next one. Don't forget to like this video, share, subscribe, comment. I'll see you guys later. Peace. Hi, click the button to subscribe to Clinton Whites for more contents. Bye, see you in the next one.